Всем привет, дорогие друзья. Мы сегодня будем играть в красный шарик. Будем спасать всех, кто попал в беду. Ну что ж, поехали. Покатились. А точнее, покатились, да. Так. Давайте заберем звездочки. А то в последнее время меня просят, чтобы я прошел красный шарик уже не новая игра, но некоторые люди меня просят, чтобы я поиграл и показал, как ее правильно проходить. В этом видео я научу всех играть в эту игру, зайчики. Так. Давайте вот этого злого убьем. Квадратного такого кубика. Ай-яй-яй. Все. Так, все, его больше нет, замечательно. Так, катим эту штучку сюда. Так, вот замечательно. Так. Ура, ребята. Так, мы победили. Так, идем дальше. Так, водичку нам нельзя. Так, убиваем вот этого. Так, здесь у нас камешек стоит. Так, тихонько. Надо нам выскочить наверх. Перескочить его, то есть вот так вот. Хорошо. Так. Теперь нам нужно подвигать его сюда. И когда он раскачается, нам нужно отойти сюда. И он сюда к нам прилетит. Все, видите? Как легко и просто. Так, идем дальше. Так, забираем звездочки вот эти. Собираем, собираем. Не собрали. Так, давайте еще раз разгонимся хорошенько, чтобы ее забрать. Все. Забрали и эту. Давайте заберем. Давайте убьем этого жука. Так, теперь скакаем еще раз. Отлично. Так. Так, ну этот нам придется достать немножко по-другому. Так, что это за пещера? Сюда нельзя войти? Нет, нельзя. Так, откатим этого сюда. Так, и отсюда воскакаем, получается, на него. Правильно? Все, отсюда перескакиваем сюда, убиваем вот этого. И дальше, воу-воу, по таким штучкам перескакиваем аккуратненько, чтобы ничего не повредить. Так, все, делаем вот так вот. Только зачем, пока не знаю. Давайте сначала убьем вот этого нехорошего. А, все. Теперь загоняем в ямку камень. Все, камушек у нас уже в ямке. Так что давайте теперь загоним и вот этот кубик в ямку. Да что ж такое? Так, берем вот этот ящичек и вот сюда подставляем его, чтобы нам был проход. Все. Так, тут мы прошли, идем дальше. Раз, ой. Ай-яй-яй, зайчики, упал. Так, еще раз. Опа, все, ребят, я выскочил сюда. Все очень круто. Так, 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 стой, 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 тут вода. Так, ребята, тут вода. Нужно очень аккуратно, потому что если я упаду в воду, я сразу же утоплюсь, задохнусь и все такое остальное. Так что мне нужно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, видели, да? Так. Убиваем вот этого. Давай, 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 катись, катись, катись. Так, ну все. Да что ж такое, опять утопился. Давайте утопим этого. Все, да, ребят, мы это сделали с вами. Так, тут нужно аккуратненько, потому что здесь такой мост, по которому ездит такая штучка. И только по ней можно переехать. А если нет, то упадете вниз. Так. Ну что ж, прошли. Так, уровень 6. Так, тут такой у нас с рожками злой какой-то такой кубик. Все, рожки мы ему уже обрубили. И поехали на лифте вверх.
Наш шарик полностью доволен тем, что происходит. Так, вот здесь вот нужно подумать. Так, давайте. Ага, понял. Давайте сначала его убьем, чтобы он нам не мешал. Ай-яй-яй. Так, все. Все, мы его уничтожили. Теперь давайте аккуратненько. Вот здесь вот, я так понял, надо вот так вот сделать. И вот так вот, да. Все верно. Так. Ай-яй-яй-яй. Ничего. Сейчас повторим. Так, здесь что у нас? Я что-то так и не понял, что это было, но ничего. Так. А, вот, надо двигать эту штучку, а не перескакивать ее. А я ее перескочил просто, и получилось так, что я проиграл. Так, теперь эту двигаем сюда, для того, чтобы выскочить нам сюда вот наверх. Выскакиваем вот сюда наверх. И отсюда уже перескакиваем туда на следующий. Вот так, все, флажок чекпоинт мы подняли. Сюда перескакиваем, убиваем этого. Аккуратненько в водичку не падаем. Все, идем дальше. Уровень 8, ребятки. Ну что ж, давайте продолжим играть в нашу замечательную игру под названием Red Ball 4, что в переводе означает «красный шар». Часть четвертая. Так, сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-ай. Упали мы немножко, но ничего. Так, едем дальше. Забираем красный шар. Так, сюда. Все, чекпоинт у нас. Так, это что у нас? Это у нас молоток. Все, этого мы убили. А, собственно, нам этот молоток, в принципе, особо и не нужен. Так, берем вот эту тачку, вот эту, и везем ее сюда. Или... Нет, не так. Тачку сюда надо. А ящик нужно передвинуть сюда. Все, теперь берем уже ящик с тачкой и катим к пункту назначения. Так, сюда ящик перебрасываем. Все, отлично. Все, теперь мы можем свободно скакать. А, вот еще мы можем на мельницу выскакивать. Теперь мы можем свободно вылезать наверх, ребятки. Все. Отлично. Так, этого мы убиваем. Берем, катим. Только куда, я так и не понял. А, я чуть-чуть неправильно сделал. Ну, ничего. Так. А мне нужен был ящик. Для чего? Для того, чтобы... выскочить потом сюда же, наверное, да? Ну да, ребятки. Так что я в любом случае, мне нужен ящик, который я сбросил нечаянно вниз. Так что давайте будем падать. Нам в любом случае надо упасть. Так, убиваем этого. Так, двигаем сюда ящик. Аккуратненько. Так, перескакиваем это. Так, двигаем эту штучку сюда. Аккуратно. А как же мне ее тогда передвинуть? Да что же это такое-то, а? Не годится. Давайте еще раз пробуем. Все. Так, все, теперь мы можем наш ящичек, ребятки, передвинуть спокойно вот сюда. И теперь мы можем спокойно вылезти вот сюда. Не знаю, что это такое, но... Давайте сначала убьем этого, чтобы он нам не помешал. Ну, ладненько. Так. А теперь отсюда нам нужно выскочить аж туда. Только как?
что-то. Я не понимаю особо, что это вообще такое. Да нет, как-то не так. Так, что же нам нужно делать? Что же нам нужно делать? Что это вообще такое? Для чего оно здесь? Ну, не знаю. А как же нам выскочить, ребятки? Нам нужно... Наверное, нам нужно... Ну, я ж просто так не доскакиваю. Я же падаю. Значит, мне что-то нужно здесь, правильно? Так, нам нужно здесь сделать вот такую штучку. Все, ребятки, мы с вами проскочили. Отличненько. Ой-ой-ой. Утонули. Хорошо, хоть взяли чекпоинт, потому что начали бы с самого начала, а там сложновато. Ну, еще чуть-чуть, да, ребята, хух, чуть-чуть ножки промочили, но полностью не упали. Как же хорошо, ой-ой-ой-ой-ой. Все? Приехали. Так, а как же ж тут нам быть, ребята? Вот так вот только, наверное, по-другому вообще никак, нереально пойти. Так, что это поехало без меня? Меня тоже пускай отвезет. Так, кто тут у нас? Злой... Такой злой квадратик. Так, ну этот в воду давай. И... Ай-яй-яй-яй, буль-буль-буль, утонул. Да что ж такое-то? Так, 10 уровень уже у нас. Так, ребят, ну что ж, мы с вами заканчиваем 10 уровень уже. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, буду очень вам признателен. Давайте вот этого убьем вот так вот и поедем дальше. Отлично. Кто подпишется и поставит лайк, отвечаю на комментарии. Все делаю для своих зрителей. Счастливо в следующих сериях. В 11 уровне красного шарика. До встречи, дорогие друзья.